Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, первый сервачок. У них здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить маник регистрации, потому что если введете маник регистрации и прокачаете до третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я отдам вам. Поэтому обязательно вводите маник регистрации. Ну что ж, пацаны, в этой серии мы будем рубить капусту, именно будем рубить бабло. Сейчас я направляюсь, получается, на авторынок продавать эту машину, потому что мне нужно место, чтобы забрать две машины, которые я выбил в предыдущей серии из рулетки. С вас, пацаны, обязательно лайки и не забывайте подписываться на канал. Давайте постараемся до лета набрать 16 тысяч подписчиков. Все, желаю вам приятного просмотра. Погнали! Короче, я приехал сюда, уже стою где-то минут 10, и никто не покупает машину, поэтому давайте я просто слил в ГОС и все. Вот, sell car. Все, за 100 тысяч я слил, меня чувак хотел купить за 100 тысяч, типа, ну блин, зачем мне ему продавать за 100 тысяч, если я могу и слить за 100 тысяч. Так, и теперь будем сейчас забирать нашу машину. Вроде бы ее можно забрать в любом месте, как я понимаю. Так, инвентарь рулетки, и давайте в первую очередь, наверное, заберем РС-ку. Забираем машину, короче. Просто Audi новенькая, красивая. Все, пацаны, я продал наконец-то эту Audi за миллион. Блин, конечно, цены такие дебильные просто на родине. Я серьезно, меня это бесит реально. Так, давайте заберем следующую машину. Так, инвентарь получается. И забираем Поршака. Где он? Он у нас здесь. А че Раптор? В смысле? Это же должен быть Porsche Cayenne. А это Раптор. А за сколько Раптор можно продать? Я реально не помню, сколько я тот Раптор продал. Тот, по-моему, ФТшный был. Блин, а за сколько можно Раптор продать? А че у меня был Porsche Cayenne написано, если это Раптор? Какая-то странная хуйня на самом деле. Я не знаю, сколько его выставлять. За 2 миллиона может. Так, тут, короче, подписчик ко мне подошел. Канат Кинешев. Приду тебе привет, короче. Большое тебе спасибо. Тут денег немножко накидал. Блин, я не знаю, сколько можно продавать вообще эту тачку. Тут еще один подписчик, батя. Короче, пацаны, в итоге меня крашило, я решил эту тачку слить в ГОС, потому что поддержал другой Раптор, и он продавал его буквально там за 1,5, хотя он был в тюнинге. Поэтому я принял решение слить просто его в ГОС. По-моему, ГОСка у него получается 3,2, да, и поэтому я получил лям 600, пацаны. Вот такая вот была серия, я, пацаны, подзаработал денег, поэтому ждите, получается, в следующей серии уже ловлю. Обязательно заходите играть вместе со мной на родину, вводите мой ник при регистрации. Могу также вас принять в семью, поэтому, пацаны, заходите, играйте. Всем пока-пока.